Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте выделить моник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет такая серичка необычная. Я хочу съездить, короче, на 8 бит и посмотреть, вдруг там что-то кто-то интересное продает. И купить это, если нам, конечно, хватит денег, потому что у меня осталось всего лишь 500 тысяч. Рыб я только буквально недавно посадил, они еще не выросли. Продать я их не смогу, поэтому попробуем что-то найти интересное на 500 тысяч, либо, не знаю, что-то еще с ними сделать, с теми деньгами. Ну, короче, посмотрим. Спасибо на лайк и, короче, погнали. Поеду я, наверное, не на Хаммере, не на Чероне, не на полицейской машине, а возьмем обычную нашу BMW, потому что она быстрее всех, я так полагаю, как бы это самая быстрая машина в КРМП, поэтому поедем именно на ней. Так, где у нас... BMW, M5, все, и поехали. Так, вот, короче, я доехал, чувак спрашивает цена, я не продаю бэху. Так, продай, куплю. Нет, дружище, я не хочу покупать тебя. Так, серебряная рулетка стоит, кстати, одна штука 420 тысяч, золотая есть, короче, ну такое. За 7к, да нет, дружище, я не продам даже за 7к. Так, серебряная есть за 350, рулетка... Я же тебе сказал, я не продаю, заколебало меня. Вот серьезно, такие бесят люди, какие, типа, им говоришь, не продаю, они все равно, типа, вот за столько куплю. Золотая, сколько, блядь? А, пока 15 миллионов. Ну, все равно, блин, дорого, видите, одни рулетки продают, как бы. Продам золото. Так, 410 стоит одна рулетка. Можно туда 410 купить, крутануть, пробовать. Давайте, я думаю, мы это сделаем. Как бы одну штуку купим. Все, я думаю, нормально. И можешь, короче, отъехать теперь и попробовать пойти покрутить. Надо будет еще банк заехать. И можно будет на бэхе зайти прокатиться. Так, я нашел отдельное место, чтобы просто покрутить рулетку. Реально. Лучше так, ежедневная рулетка. У меня, кстати, есть и обычно. Давайте, не знаю, сначала, наверное, бронзовую покрутим рулетку. Кстати, да, давайте сначала бронзовую покрутим, потом уже покрутим... Сильвер рулетку. Я думаю, так будет прикольно. Чисто разбавим немного контент. И можно будет потом на бэхе погонять. Потому что я довольно-таки редко езжу на машинах. Как бы просто с точки А в точку Б. А по катушке вообще не устраиваю на них. Экспиха или деньги. Деньги. 41 тысяча, кстати, неплохо. Так, давайте теперь покрутим, получается, рулетку вот эту. Сильвер. О, тут даже машина может выпасть. Это уже интересно, блин, если сейчас выпадет машина какая-то хорошая, это будет довольно-таки хорошо, блин. Но, скорее всего, мне не выпадет ни машина, ни хрена. Поэтому я хз. Блин, давай, пожалуйста, машина. Машина, машина, машина. Блин, так было близко просто к машине. Ай-яй-яй, просто, блин, обидно, реально. Просто реально обидно, блин. Я хотел машину какую-то выиграть. 8 XP, кстати, мы выбили. Давайте их заберем, что, инвентарь рулетки. 8 XP. Все, я, кстати, уровень повысил, у меня теперь 18 уровень, короче. Нормально, что, нормально. Блин, ну прикольно. Блин, ну так была машина близко просто. Эх, печаль, беда, просто да. Просто да. Интересно, что можно за донат купить? У меня вот есть 50 чем-то там доната. 61 донат. И что можно за эти донаты купить? Так, сменить ник можно, кстати. Нет, это мы делать не будем. Законопослушность. Убрать гидравлику. Это нам не нужно. Убрать нитро. Следующая страница. Так, ага. Ну, короче, здесь нам ни на что не хватает. Ну да, в принципе, мы можем только игровой опыт купить. 7 азекоинсов. Либо перевести это в деньги. Ну, я думаю, ничего я из этого делать не буду. Просто сейчас покатаемся, покайфуем на машине. Только нужно бы ее починить, поэтому поехали в какое-то СТО. Починим машину. Блин, я в очередной раз остался, короче, без денег. Получается, у меня вот 100 тысяч. И все. Ну, ничего страшного, будем собирать, копить. Сейчас на тачку починить. И заправить, потому что бенза мало. И надо починить машину. Так, зеленый. Проезжаем.
Здесь у нас уже красный. Я думаю, так можно сделать. В принципе, ничего страшного в этом не будет. Надеюсь, меня не посадят сейчас в Деморган. А то будет довольно-таки неприятно. Все, заходим, сейчас купим ремку и сейчас заправим нашу машину, в принципе. Так, набор инструментов. Все, погнали, короче. Так, и что от меня нужно? Что-то мне вот это не нравится, кстати. Ваши документы. Что-то вот это, блядь, хуёво как-то, да. Так, Ми засунул руку в карман. Достал документы. Достал. Так. Сейчас, сек. Это чтобы машина не пропала, короче. Так. Ми передал документы человеку в форме. Так, извиняюсь, я неправильно. Так, процесс. Так, шоу пас 233. Так, вот, заебись. Все, я ему показал, короче, блин, что FPS тут просил жестко. 54, блядь. Алло, FPS, живи нахуй. Так, изучил документы. Так, меня можно ехать или что? Забрал. Так, можно тачку закрыть. Так, где я нарушил? Где я нарушил, дядя? Ой. Так, где я нарушил? Че, я проехал на красный свет? Ну, так и есть, я развернулся просто и все. Блядь, что таки FPS спросил жестко? Расписался. 7000 штраф. Так, оплатить. Все, короче, оплатил я штраф. Ну ладно, пацаны, на этом, я думаю, будем заканчивать, потому что так уже серия, я думаю, задержалась немножко, затянулась, поэтому будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем пока-пока. I said, man, I'm alright.